Предприятие «Болт», которое предоставляет услугу аренды электросамокатов, собирается с 1 мая снизить их предельную скорость до 20 км в час в центре Таллина вместо прежних 25. Изменения вводятся в рамках пилотного проекта, инициированного в сотрудничестве со столичной горуправой и полицией. Цель проекта – посмотреть, как изменится поведение участников движения. После многочисленных обсуждений, наконец, есть надежда, что безопасность движения на наших улицах повысится. Кроме ограничения скорости, фирма «Болт» придумала, как отучить пользователей кататься на самокате вдвоем. В прошлом году мы просто известили людей, что они поступают неправильно, а в нынешнем году мы собираемся максимально ограничить такое поведение. Если на самокате будет более одного человека, он просто не поедет. Что же касается ограничения скорости, то оно будет действовать на всех улицах в зоне пилотного проекта, на которых отсутствует отдельная полоса для велосипедистов. При наличии такой дорожки предельная скорость сохранится 25 км в час. По-прежнему будет действовать ограничение до 15 км в час на площади Вабадуса и в Старом городе. Представители полиции также считают, что в интересах фирм по прокату электросамокатов, чтобы их клиенты были живы-здоровы. Стоит подумать о том, как долго мы учим водить машину, как мы первое время неуверенно ездим на велосипеде и сколько раз падаем, прежде чем научиться. Почему же мы думаем, что, встав на электросамокат, с первого раза сразу все получится? Надо поупражняться на небольшой скорости некоторое время. Есть еще одна часть пилотного проекта, которая касается парковки электросамокатов. Ее реализацию планируют начать уже в июне. Парковочные места собираются рассредоточить с промежутками в 100 метров. Исключения могут составлять места, где необходимость явно в большем количестве мест из-за высокой посещаемости. Предельная скорость движения электросамокатов будет снижена в центре Таллина, в зоне Сюдалин, расположенной в направлении старого города между бульварами Пыхья, Мере и Ревала, а также улицами Ливалая, Техни и Телескиви. Город со своей стороны определил в качестве приоритета строительство велодорожек. Например, все новые улицы будут строиться с велодорожками. Лена Туровская, Юрген Фогель, Яна Каракач. Новости Таллина.